Дорогие друзья, я рад приветствовать вас сегодня со студии ТБН города Сиэтл. Сегодня я хотел поговорить с вами о невидимом. Так как много людей сегодня могут описать вам, как невидимое становится видимым, первоплощенные верой. Но знать практически блеск откровения, которое воплощено в идее, это известно лишь дальновидному человеку. Поэтому прелесть откровения невозможно переоценить, поскольку все взаимосвязано с откровением. Так как если мы в чем-то и одерживаем победу, то вначале она должна быть одержана в духе. Стало быть, если мы потерпели поражение, это не случайно выходит, мы потерпели духовное поражение. И вот вам пример этого. Иоаса, израильского царя, стеснил враг со всех сторон настолько, что он возопил Господу и пришел к Елисею. И вот что он говорит, я зачитаю. «И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». Видя, как он убивается от горя, Елисей сказал ему, «Возьми лук, и взял он лук из стрелы. Что он этим делает? Он развивает в нем веру, поскольку прежде, чтобы одержать победу над врагом, нужно выиграть духовное сражение. Более конкретное, одержать победу над своим страхом, над своим ограниченным мышлением. И так сказал царю Израильскому, положи руку твою на лук. И положил он руку свою. Видя, как его рука дрожит, Елисей положил свою руку сверху. И наложил Елисей руки свои на руки царя. Знаете, как поступает папка, когда видит, что ребенок дрожит от страха? Он его берет за руку, своей крепкой рукой, и тогда укрепляются мышцы ребенка. И сказал, отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей, выстрели. И он выстрелил. Вы видите, что он делает? Он развивает в нем веру. И сказал, это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец. Теперь дальше самое главное. И сказал Елисей, возьми стрелы, и он взял. И сказал царю израильскому, бей по земле. И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: Надобно было бы бить пять или шесть раз. Тогда ты побил бы сириан совершенно. А теперь только три раза поразишь сириан. Итак, вопрос: случайно ли он только ударил три раза или они а шесть? Что духа не хватило больше ударить? Нет, не случайно. Дело в том, насколько ты видишь вперед, настолько ты проявляешь настойчивость. А он сам поставил для себя ограничения. И в результате все так и случилось, как предсказал пророк Божий. Таким образом, друзья, если ты веришь, что ты победишь на рынке, несмотря на то, что экономика такая нестабильная и большая конкуренция, тогда сегодня ты с верой будешь поглощать слово, способное развить в тебе решительность, смелость и так далее. Если ты веришь в свое призвание, тогда ты будешь с верой браться за любое задание, будучи уверенным, что это только маленькая ступенька к большому продвижению. Если ты веришь, что ты служитель, поставленный Богом. Ты будешь с верой молиться к Богу, ценить каждым человеком и с энтузиазмом служить людям. Пусть это будет 20 человек, будучи уверен, что твое время еще придет. Или же может получиться, как у Иоаса. Посетив несколько семинаров, получив прокол после третьего раза, и ты все бросаешь. Сильная вера, друзья, это способность человека продолжать отзываться на Слово Божье даже при отсутствии внешнего одобрения. Итак, какой урок мы можем извлечь из этого? Бог дает тебе видение посредством откровения, но дальше зависит от тебя, насколько ты проявишь настойчивости, так далеко ты и пойдешь. Благословений вам, дорогие друзья. До скорой встречи в эфире.